Всем привет, ребят! Очередной роллинг сегодняшнего вечера, сегодняшнего коллекционера. Просто мега роллинги сегодня. Я надеюсь, тут тоже будет веселый роллинг. Без админ панельки вообще никак. Так, это надо собрать. Сейчас мы сразу же, оп, ледяной дьявол, имба. Так, окей. Ожог вытащили ему, просто топчик. Бездонатный аккаунт, отлично, 228 косилы, такой вот коллекционер, сразу же, видите, не успел зайти, гиганта выбил, он уже, наверное, по ходу ролил. Поехали, посмотрим на его аккаунт, что у него есть. Такс, Бигфут, заклинательница, Фрея, стрелок, командора, ПБшка, ну, Асура, Махатма, рогатка, есть бугимен. Плюс-минус, конечно, не особо тут мало надо, но посмотрим. Интересные герои. Так, что у нас по аккаунту? Ремка. Блин, интересные бездонатные аккаунты сегодня. Просто топовые, я бы даже так сказал. Смотрю, блин. Берш стоит тут ремка. Я что-то, наверное, не понял. Ладно. Пропустим этот момент. Надеюсь, нам сегодня ведьма упадет. И мы затащим это все дело. Так. Сразу же получили карту смены. Ну, окей, поехали. Так, где там его гильдия? Как же гильдия? Гильдия Забайкалья. Босс 3. 15.00, 5. 15.30. Атака фортов 12.00. Прием в телегу. Далее Димс или ВК Забайкал. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, третьи места. А мы поехали убивать его героя, потому что уже времени нормально так. Так. Рыцарь есть. Душик. Дракос. Дед Мороз. Черепок. Это хорошо. Вариант. Ну, в принципе, легенды падают, но такое себе. Но такое себе. Да, блин, герои классные. Отжигает просто. Мохнатка просто отжигает. Они сейчас еще и Фрейю поимеют. Если успеют, если Махатма успеет добежать. Жесть. Все. Дас видос. Вот так вот. Можно играть даже без Фрейя такими героями. Так. Так, есть, поехали. Опа, сразу же рыцарь. Так, Рибет, я не помню, достающий, недостающий, глянем потом. Ну, это что-то мега эпическое. Конечно, когда такие герои, Фараон, Купидон, Гаргул, Друид, то все очень-очень печально. Ну блин, Анубис у него есть, к сожалению. Эх. Зато Рибета выбили, поздравляю с недостающим, но у нас еще есть шансы. Поехали. Что там у нас, где-то половину собрали? Ну, вообще 6. Вообще печально все. Блин, вот нравится мне мохнатка. Просто тащит без смотрителя, даже просто разваливаем всех. Единственное, что, конечно, на отражалке она может и сольется. Но посмотрите, что она делает. Минус бабулька, ну. Красавчики.
просто унижают. Так, окей, поехали дальше. Нет времени объяснять. Так, еще один друид. Блин, неплохо было бы, конечно, сюда Фрею либо стрелка затащить. У-у-у, Асура. Блин, просто читер. Читер. Так, что там у нас творится? 9, но зато есть исцеление. Бездонатные аккаунты сегодня просто тащат. Вариант Валька. Малышник. РТшку даже достали. Блин, еще медузу, конечно, было бы неплохо. Ууу, ББшка. Просто огонь. Так, ладно, смотрим, что там у нас есть, чего нету, а то я запарился. Короче, офигенный роллинг тоже получился. Асурик, раз, рибит 2, ПБшка 3. Так, стрелок Фрея, Командора, заклинательница Бигфут. Будем сейчас пробовать. Пробовать. В общем, если вам нужен топовый роллинг, обращайтесь. И делаем по высшему классу. Блядь, это просто, ребят, это просто эпик, эпик день. Поздравляю, я не знаю уже, я на донатных аккаунтах такого не чудю, но сегодня просто, походу, можно плакать донатом всем с того, что здесь делаю. Блядь. Короче, я не знаю, что вы мне должны, вы пожизненно должны просто тупо лайкать и репостить видосы. Это просто, блин, что не видос, то, блин, просто отпад какой-то. Фух, так, ладно, поехали дальше. Спокойствие. Просто спокойствие. Просто спокойствие. Я надеюсь, уже просто больше никто не выпадет. Чтобы у нас действительно не сказали, что мы играем щитами. Пора прекращать эти взломы игр. Бля, это просто жесть, ребят. Все по высшему разряду, как обычно. Так. Ух. Успокоились, выдохнули. Поздравляем пацана. Обязательно ставим лайки. Комменты пишем. Это просто жесть. Не часто вы такие, я сам, честно говоря, удивляюсь иногда роллингом, но это просто жесть. Смотрите, что мы тут достали. Бугимен. Рогатка. Ведьма, ладно, у него есть. Асура. Рибит. ББшка. Фрея. Офигеть.
Просто офигеть. Еще и Анубис, по-моему, да, у нас упал. Что, что может быть круче? Ну, объясните. Если, конечно же, Огнекрыл будет, будет падать там. Ну, ему там, по сути, осталась-то фигня. Накопить Арктику, получить Комендора, Стрелок. У него уже самые топовые герои, но еще Бигфута не хватает. Все самое топовое у него уже есть. Исцеление на тыковку есть. Поехали посмотрим на этих нубогероев. Да, я ржал бы, если был бы сейчас пятый баст. Так, отлично. Че это такое? Че это за день сегодня? Стрёмно, короче. Все очень стрёмно, ребят. Так, у него есть две коробки, я их имею право потратить. Бег сразу же ставим сюда. Ну, с коробками, короче, блядь, просрали, можно сказать, весь наш этот. Ну, пятая ремка на буге, это, ну, я же говорю на буге, на Асуре, это вообще кайф для бездоната, это бездонатный аккаунт. Он бедный копил те коробки, мы взорвались к нему и просто тупо взорвали аккаунт. Не знаю, пишите комменты, ну, по-моему, это еще эпический ролик, чем предыдущие. Поздравляю, всем удачи, всем пока, всем таких же роллингов на аккаунтах.